Короче, слухи. Неожиданно оказалось, что мать воспитывала будущего артиста в одиночку. Марк Бодетрёв никогда не видел отца даже на фотографиях. Недавно актер осознал, что пора завершить свои поиски и найти в себе силы успокоиться. Для меня это очень важная тема. Я искал своего отца. Сначала искал его сам, потом через знакомых, потом через программу «Жди меня». Но делал это не публично, а тайно, так скажем. Все эти попытки ни к чему не привели. Но когда у меня появился сын, я вдруг понял, что мне не нужно искать отца, потому что я сам стал отцом. Какие-то вещи, которых мне не доставало, я могу открыть в отцовстве, через своего сына, через общение с ним. Мой внутренний ребенок начинает радоваться, начинает проживать то детство с отцом, которого у меня не было. Рядом со своим сыном я становлюсь взрослым человеком, и моя взрослая часть начинает расти. Поэтому для меня отцовство важно, ведь я начинаю чувствовать себя полноценным. Разоткровенничался 38-летний Богатырев. Любите свою жизнь и подписывайтесь.